4 июля в актовом зале городской администрации состоялась торжественная церемония награждения выпускников-медалистов аттестатами об окончании школы. Поздравить учащихся пришли глава города Хасавюрт Зайнудин Акмазов, заместители главы администрации, директора школ, педагоги и родители. Первым в адрес медалистов обратился глава города, затем провел церемонию награждения. Я всегда подчеркиваю, это самый приятный день для нас вручать, отметить выпускников, которые получили золотые медали. Как Руслан Маланович отметил, что жизненный этап, первый этап вы прошли успешно. Самую главную работу сделали успешно. Те знания, которые вы получили и свидетельство этому являются сегодняшние аттестаты золотые медали, это основа, это гарантия того, что вы получите хорошее образование, высшее, среднее специальное. Получите хорошую специальность, приедете, Хасавюрт вернетесь вообще, что если нет, значит, в других городах вы будете востребованы на работе. И это будет основой для хорошей жизни дальнейшей вашей. Поэтому я вас всех поздравляю. Я хочу поблагодарить учителей, родителей. Удачи вам, успехов. Гадисова Амина Арсеновна. Рякова Алиса Андреевна. В своем выступлении начальник образования Руслан Ибрагимов отметил, что в этом году в общем государственные экзамены сдавали около 2000 школьников. Из них единый государственный экзамен 355 учеников. В основном это результат нашей плодотворной работы, работы всех коллективов, работы родителей, работы, значит, всех учащихся. Здесь у нас те дети, которые подтвердили статус медалистов. И у нас изначально было 43 человека, из 43 человек 40 человек подтвердили результаты ЕГЭ по выбранным предметам, прошли минимальный порог, набрали то количество баллов, по которым сегодня мы, значит, выписали документ соответствующего образца и медали, что мы будем сегодня с вами, значит, вручать. В продолжении праздничного мероприятия слова напутствия и успехов при поступлении и учебе в среднеспециальных и высших учебных заведениях пожелал первый заместитель главы администрации Бадыр Ахмедов. В свою очередь, заместитель главы администрации, курирующий сферу образования Тагир Гаджиев, выразил благодарность педагогам и родителям за ежедневный труд на протяжении многих лет. Ваши пройдут определенное время, и ваши имена обязательно мы услышим добрыми делами. Вы прославите свой город, город Хасавюрт, Республику Дагестан и всю Россию. Также слова поздравления выразили родители медалистов, члены Общественной палаты города и учителя школ. Поздравить вас с завершением этого первого очень сложного этапа жизненного. Пусть этот этап будет действительно самым сложным. А впереди вас ждут только победы, недостигаемые вершины, которые вы с легкостью будете брать. И за это позвольте сказать огромное спасибо всем учителям, которые приложили немыслимо тяжелый труд для того, чтобы вас подвести к этой финишной черте успешной. Хочу отвечать всех выпускников, всех медалистов этого года, поздравить администрацию нашего города, директоров всех школ, учителей, за то, что они нас поддерживали, за те знания, которые они нам дали, за то, что они передавали нам всю информацию, которая в них есть, и также нас учили добывать ее. Спасибо вам огромное. Также я хочу поблагодарить наших родителей за то, что они верили в нас, поддерживали, терпели.
Спасибо вам огромное. Отличники учебы – это золотой потенциал молодежи, которые могут реализовать себя в жизни города, республики и страны, отмечали выступающие. 40 выпускников из 19 школ и одного лицея закончили школу с отличием и получили медали за особые успехи в учебе. Зарема Хайбулаева, Пирмагомед Пирмагомедов, информационная программа «Пульс».